Всем привет, и Варлина снова с вами. Я буду озвучивать фанфик по BTS. Но имейте в виду, что события будут происходить задолго до контракта Stray Kids и Blackpink. Фанфик будет в основном про BTS. Но все равно надеюсь, что фанфик будет действительно интересен. И последнее, что я хочу сказать, что мое имя в фандоме выглядит именно так. Желаю приятного просмотра. Новенькая из Сеула. И наконец-то наступает день знаний. Это значит, что первым делом надо пойти в школу. Вот и Джинха идет в новую гимназию и хочет скорее познакомиться с новым 8-м классом. Ребята, у нас новенькая. Она из Кореи. Ее зовут Джинхо. Приветик! Аньоу, ребята. После школы. Джинхо, а что ты будешь делать после школы? Я готовить. А я буду праздновать день рождения Чунгука. Это очень важно для меня. Ему исполняется 18 лет. Еще он мой двоюродный брат. Мимо шли и другие одноклассницы. Что? Да, это правда. Хотите, как фанаты, отметить его день рождения? Конечно! В гостях у Чунгука. Поздравляют. Thank you. Саланхайо. За столом также сидели Йонбок и Лалиса. Они были его друзьями. После дня рождения на следующий день. Какой ДР вчера был? Стоп! Что? Сегодня в школу? Ладно, пусть я опоздаю. Зато я собралась. И так из-за поздних гуляний опоздали все наши девочки. Даша, Настя, Милана, Надя, Джинхо, почему вы опоздали? Простите, пожалуйста, мы были в гостях у Чунгука. Это не только про Джинхо, но и известный певец. А опоздали мы из-за поздних гуляний. Правда? Да, все верно. Извините за опоздание, Ольга Викторовна. Шепот учеников. Скучный урок сегодня. Вот бы чего-нибудь интересного. Ладно, дети, пока вы там шептались, я послушала несколько треков. Сегодня мы устроим дискотеку с песнями BTS. Yes! Ура! Самхаю. Все пошли в зеркальный холл. Ольга Викторовна включила колонку. Эту перемену никто не забудет. Не то, что танцевала вся школа, но и сами BTS приходили и все с ними фоткались. 10 сентября, воскресенье, одноклассница Джинхо встречает на улице директора. Здравствуйте, Татьяна Федоровна. Куда вы так рано собрались? О, здравствуй, Марина. Я иду в министерство просвещения. Буду кидать заявку. Интересно очень, а что? Чтобы в учебники музыки добавили кей-поп-группу BTS. Хорошо, я буду очень рада. Конец всего фанфика. Если коротко, то вся школа теперь любит BTS. Я даже не понимаю, как из-за одной ученицы может случиться такое. Но если понравилось, поставьте лайк и подпишитесь.